Привет, друзья, у нас новая экспериментальная рубрика «Звезда в шоке». Дело в том, что у нас есть подруга в солярии, в котором, угадайте, кто загорает. Да, Ice, Ice Baby. Точно. Жена Гуфа Карручи. И мы попробуем разыграть сегодня именно ее. Да. Пойдемте. Идем. Итак, у нас есть администратор Настя. Мы спрятали две камеры, и одна камера будет у случайного посетителя. Да, и одну камеру мы возьмем с собой. Да. С собой. Отдай. Отдай, пожалуйста. Ну или не возьмем. Здравствуйте. Здравствуйте. А на свободный? Да. Можно, пожалуйста, 12 минут, да? У меня 5 тысяч. Пойдешь, у меня, к сожалению, это сдача. Давайте, как это было выяснено. Давайте. Давай быстренько, да, пускай стоим, пускай стоим. Ага. Пойдем, пойдем. Девушка, это что за пиздец такой, где моя одежда? А что случилось? Что случилось, моей одежды нет, я нахожусь в солярии, здесь нет моей одежды, ни куртки. Как это нету одежды? Как в солярии может пропасть одежда? У меня спрашивают, блин, где моя одежда, что это за замут такой, это шутки у вас такие здесь в солярии? Единственное, что я вам могу предложить, это у нас есть забытые вещи, кем же... Ты вообще ебанутая, блин, мне нужна моя одежда. Как, что это за бред? Блин, куда она делась вообще? Как я пойду на улицу, мне сейчас там холодно, блин. Ты что мне несешь? Вот то, что у меня есть, я могу вам предложить. Издеваешься вообще? Ты пиздец. Какой ты пиздец, скажу? Просто я выхожу из этой солярии, блин, из кабинки, а у меня украли одежду. Что за хуйню мне дали? Понимаете, что это за форма? Девушка, ну я же дала хоть что-то. Да, сейчас перезвоню. И что мне делать теперь? Вот что мне делать? Вы здесь сидите, вы не можете просто сидеть, как вам входит. Девушка, ничего здесь не могу поделать. А что мне поделать? Как 12 часов ночи. Да, а мне что делать? Как вы предлагаете мне в 12 часов ночи идти в таком виде? Что это за замот вообще? Что это за хуйня? Правда? Девушка, успокойтесь, Айза, это розыгрыш. Айза, это розыгрыш. Я же что такие просто. Какая новая, блин, хватит.